В Элисте бывший врач осужден за мошенничество. Следствием и судом установлено, что в период с июня по июль 2020 года кандидат на службу в органы управления Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Калмыкия проходил медицинское освидетельствование медико-санитарной части МВД по Республике Калмыкия, в ходе которого одним из врачей военно-врачебной комиссии ему поставлен диагноз, препятствующий назначению его на службу. В июле 2020 года подсудимый, являясь врачом медико-санитарной части регионального МВД, состоящий в составе военно-врачебной комиссии в качестве члена комиссии и действуя из корыстных побуждений, введя в заблуждение родственника кандидата на службу о положительном решении вопроса прохождения военно-врачебной комиссии, понимая, что не обладая такими полномочиями, получил обманным путем от него денежные средства в сумме 12 тысяч рублей, а также тушу барана стоимостью 5 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно, с испытательным сроком 1 год и штрафом 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.